О, это что? Папа опять кого-то барахла с Алиэкспресс накупил. Еще и грязного. О, что происходит? Кто меня тут потревожил? Не знаю, я вообще тут случайно оказался. Мимо проходил. Случайно? Так а чьи три желания я тогда должен исполнять? Три желания? Ну да, я же джин, значит должен исполнить три желания. Это я тебя вызвал, мои три желания исполняй. Чего желает господин? О, хочу такую пушку с Fortnite. Легко. Эту? Эту? Или эту? Вот эту. Окей. Ух ты! Настоящая пушка с Fortnite. А ну-ка, стреляет. И... Вау, класс! Ты поаккуратнее там. Смотри. А мишени? К ней что? Не идут мишени. Мишени? Сейчас сделаем. О, вот это дело! Вот это крутая штука! Ну, господин, готов ко второму желанию? Второе? Хочу, чтобы у меня был двойник, который бы за меня делал домашнее задание и ходил в школу. Ого, такого задания у меня еще никогда не было. Ну хорошо, получай. Ну поехали. Прям как настоящий. Так, смотри, все правильно пиши. И не забудь, что тебя завтра в школу. А я пойду хорошо, стрелять. Хорошо, все будет правильно. А, Джин, я вспомнил. У меня еще третье желание есть. Я хочу... Подожди. У тебя осталось только одно желание. Потратить его надо с пользой. Я предлагаю тебе такой вариант. Ты освобождаешь меня от лампы. А я за это навсегда стою твоим другом. Интересно. И буду исполнять все твои желания. Хорошо. Мое третье желание, чтобы джин стал свободным. Джин, ты что делаешь? Глупый мальчик. Я 300 лет сидел в этой лампе. Ух, вот она свобода! Ух, ну сейчас я повеселю! Пап, там Джин выскочил из моей лампы! Ты меня слышишь? Хватит танцевать! Там Джин, там комната вот так вот крутится! Алло, ты меня слышишь? А? Что, Макс? Какой Джин, Макс? Ты что, лампу трогал? Я думала, это какое-то барахло с Алиэкспресс. Вот ты даешь, что же делать теперь? Это же желание надо какие-то исполнить. Я еще третьим желанием освободил его. Да, все. Ладно, есть у меня одна идейка. Идем, сейчас мы кое-что сделаем с этим Джином. Погнали. Свобода! Ничего себе! Я тебе говорил, когда его освободил, всю комнату вот так вот его увидела. Джин, а ты такой огромный. Максим рассказывал, что ты поисполнял его желание. Неужели ты и правда такой могучий? И вот все можешь прям. Да, я могу все. Не знаю, не верю, что ты можешь все. А, давай. Ну, а вот если ты такой вот прям могучий, а можешь вот в бутылку поместиться? Вот не верю, что ты можешь в бутылку поместиться. Вот я вот тут ее поставлю. Да, я все могу. Сейчас я тебе покажу это.
Ну что, теперь-то ты мне веришь? Да, теперь верим, Джин. Теперь мы тебе верим, что ты можешь в бутылку оказаться. Но он оказался глупым, и мы его поймали в бутылку. И теперь он не будет ничего разрушать, никому мешать. Я исполню все ваши желания. А что с ним дальше делать, я не знаю. Ребята, вы как считаете, что с ним дальше делать, с этим джином? Напишите в комментариях. А мы пойдем думать, что с ним делать. Ага. Вот так вот. Зачем вы так со мной? Джин.